Раз в месяц главы районных администраций будут встречаться с жителями, таким образом продолжив практику открытого разговора. Во вторник об этом на планерке в мэрии рассказал сити-менеджер Александр Муромский. Мы на сайте администрации города Орла в средствах массовой информации опубликуем день, будь то это будет последний четверг, пятница, вторник, вы тоже определитесь, разместите информацию, и каждый глава района своей администрации будет проводить встречи с жителями и в режиме, как говорится, онлайн, общаться и слушать и слышать. Практика открытого разговора получила широкое распространение в областном центре благодаря губернатору Андрею Клычкову. Именно благодаря мнению горожан в этом году были определены 3 общественные территории, которые будут благоустроены. О готовности проектной документации докладывал первый замглавы Олег Минкин. Бульвар Победы, продолжение Ботаника и сквер Горького. Значит, на сегодняшний момент, на этой неделе, мы уже сдаем в экспертизу 2 территории. Для проверки достоверности сметной стоимости.